Привет! Меня зовут Риктуба. Мы сейчас будем наклевать Мевлена. Будем наклевать Сипимил. Сначала наклевать этого Мевлена. Смотрите, смотрите на меня. Вот мальчик жалный. Внимание, внимание. Мне телефон звонит. Сказали, не пожал, горит в каком доме. Внимание, внимание. Пожалуй, и на вызов. Все на вызов! А теперь мы делаем... девочку. Теперь девочке одеваем платочек. Да? Да. Еще у них есть вот еще что-то. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какой у меня красивый шарфик. Я готова. Я уже достаточно хороша. Телефон звонит твой. Мой телефон звонит? Где мой телефон? Алло, алло. А-а-а. Что? Что случилось? Пожар! Мой дом горит! Какое несчастье! Мой дом горит! А-а-а. Куда бежать? Туда! Нет! Туда! А! Все, я побежала! Нет, непорядок. Теперь открываем вот эту коробочку. А что это за коробочка? Сейчас открываем и посмотрим. Ну что? Ага. Давай открывайте этого миньона. Ого, что это? Наверное, это не миньон, а просто такой-то ужастик. Это не ужастик. Это же пират. Пират. Страшный пират. Он что-то умеет делать. Нагинаться. У него мешок есть с золотом. Ой, я его уклал. У него мешок тут с золотом. Ух ты. Ну что, давай открывать дальше? Да. А что этот английский солдат умеет делать? Топ-топ-топ, служба моя идет. Топ-топ-топ, служба моя идет. Что же там еще скрывает эта коробочка? Опа. Это что-то веселое. Что-то тропическое, наверное. Ого! Что он умеет делать? Он катается? Я веселый. Я веселый, я веселый, я миньон. Этот миньонник с Гавайев. Смотри, какой он красивый. А на животе у него что? Звездочки. Давай что-то еще там посмотрим. Хорошо, давай. Мне самое интересное. Последняя. Последняя игрушка. И что там? Оп, привет. И что ты можешь? Ну, что же он умеет делать? Давай. Веселый миньон. Да. Да, они все веселые. Пока-пока. Пока-пока.